Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с праздниками вас! И, конечно же, мы сегодня пойдем в такую интересную рубрику, как играют рандом игроки. Что у них в голове? Этот ролик будет, скорее всего, для того, чтобы вы сделали какие-то выводы, посмотрели со стороны на эту игру и поняли какие-то ошибки. Я не говорю, что я профессионал какой-то, но, по крайней мере, я понимаю, что происходит в этой игре и играть могу, хотя и свои ошибки я тоже признаю. Обязательно признаю, даже на роликах признаю и делаю с них вывод, и так получается лучше играть. Каждый киберспортсмен, неважно, кибер, не кибер, каждый игрок, который понимает, как играть, понимает, он ошибается. Он ошибается, и исходя из своих ошибок, он учится и становится играть лучше. Но вот есть рандомы такие, которые, мне кажется, не учатся и ошибки свои вообще не воспринимают. Да и в целом, самое главное, это они не понимают игру. Я просто не знаю, кто эти люди, кто пришел сюда, знаешь, вот просто нажать мышку на fire и стоять стрелять. И по барабану. Есть такие, и я тебе предлагаю посмотреть этот ролик. Давай, начнем его. Так, что-то... Годный бобр с нами, да? Годный бобр с нами, а Борисович... Борисович не с нами. С этим проблема. А, не, смотри, Борисович пришел к нам. Борисович пришел. Так, саморезы. Кстати, я заметил, что саморезы... Жесткий диск могут сделать. Может, будут делать, ребята, жесткий диск здесь. Ноутбук. Ну, можно продать. Можно все продать. Опа. Так, надо бота какого-то встретить. Гуру! Бросаю Семтикс! Аж залагало. Флешек дофига здесь, так я сюда и могу залезть. Годный бобр, давай. Антенка есть на самом деле. Так, что вы взяли, не? Меточку никто не ставит. Такое ощущение, что... Сентик! Ёлы-пал. Чё происходит, непонятно. Борисович уверенно продвигается. Можно так сказать, уверенно. Просто на уверенности. Главный ультра-1. Показания счетчика растут. Вы рядом с тайником. Да, где-то здесь должен Ультра быть, я помню. Вы приближаетесь к цели. Используйте счетчик Гейгера, чтобы найти тайник. Так, один тайничок нашел. Теперь можно ко второму валить. Магазин бы еще, наверное, заскочить. Борисович уже возле второго. Не уверенно, ребята играют. А вот этот я не помню где. Ничего интересного нет. А, во, вижу. О, блин. Боты без звука просто.
Цель достигнута. Идите на площадку и вызывайте эвакуацию. Да подожди ты. Одно хп осталось. Там Борисович играет. С годным бобром. Ты куда ты? Я заберу ее. Выбрать его. Вот так. Пополнили. Так кто бот, елки-палки, что ты метишь? Я думал, ЧВК, реально. Годный бобр. Зачем вы батоу метите? Я не могу понять. Так, вы стрелять будете, не? Ребят, годный бобр. Так, здесь Хантер. Вот это я бы взял бы, конечно. Поохотиться мне бы броню надо, но с этими ребятами не сильно поохотишься. Я так думаю. Залезь, пожалуйста, не лагай. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Лагучее говно просто, блин. Ультра-1, мы установили местонахождение особо важной цели. Отмечаю его на вашей карте. Ага, и где он? Где особо важная цель? А, вот здесь, то есть, да? Не так далеко, в принципе. Но мне бы хотя бы вторую броню найти, чтобы не идти, не откисать так. Давай, иди спасай, Борисович. Годного бобра иди спасай, я... Я буду прикрывать. Вот так мы на ЧВК собрались что идти. Делай, ага. Да? Так вот на ЧВК собрались идти. Вот с таким вот... Ну? Блин, лагает, откидывает назад. Прямо назад откидывает. Это жесть. Опа. Это сильный бот. В броне. Прикройте! Кинул оглушающую! Граната! Патроны! Броня! А, пластиночку я не взял. Я под обстрелом. Короче, со всех сторон моих ребят здесь я не вижу. Не, Борисович пришел. Борисович, трудно. Да, ну это фейл. Это фейл, просто фейл. Это фейл, просто фейл. За мной, должок. Так, брони у меня по-прежнему ноль. Чё у них здесь? Можешь пособирать? Хоть пластиночку одну. А наш уже откинулся где-то отдельно от нас. Он пошел пушить сразу отряд. Ты представляешь? Он пошел пушить и, естественно, откинулся. Сейчас и мы откинемся. Я чувствую. А зачем нам машина? Вот здесь откинулся. Не понял.
Я не понял. Почему меня с вертолета выбросило? Царапина! Херасия, просто херасия. Они на тачке уехали. Чё там? Годный бобр. Немного не рассчитали сил, да? Я в порядке. Так, там кто-то в белой форме был. Они... Это бот. Очевидно, они хотят высокое здание занять. Ультра-1, контакт аннулирован. Ёптвою, убежали. Убежали они. Ну, годный бобр их просто спугнул немного. Надо вторая броня. Открой, пожалуйста, почему ты лагаешь так? Я не знаю. Я не знаю, почему. Так, не, кто-то приехал. Смотри, игрок приехал. Компьютеры на мусорке стоят. И куда вы приехали? Они уехали. Они уехали. Я даже не знаю, какие квесты выполнять там. Сейчас, в данное время мне лучше. Но я не уверен. И не помню уже, есть ли здесь ящики какие-то. А выйти можно? Понял, окно не бьется. Да, я сразу все разобью. Наша разведка выявляет угрозы. Ультра-1, возможно, вы только что выполнили контракт на босса Лос-Анджелеса. Да, я в курсе. По прозвищу Чавес. Экстренные пайки. Подойдите к трубу и проведите опознание, чтобы получить оплату. Кастову возьму, наверное. Так, у меня патронов нет нихера. И ящика с патронами нет. Это очень печально. Лампочка. Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Ой-ой-ой, куда они ушли, да? Ракету сбивать будут. Хорошо. Хорошо, мне делать, в принципе, все равно нечего. Я думаю, так лететь будет самое быстрое туда. Тем более, там где-то ЧВК есть. Возможно, они воюют. Видишь, они засели здесь. А как так? Бля, а можно отпустить? Отпусти! Еще один есть. А кто уехал? А, у меня патронов нету. А кто уехал, Борис? Какого хера ты уехал? Одного закрыл. Поставьте метки на всех, кто, ёб твою, налево. Ну еще ж где-то здесь есть. Блядь, как вы играете, я вообще понять не могу. Ну очевидно, спрыгнул.
Нахер? Чувак, надо было резнуть. Надо было резнуть. Я не верю сильно в тебя. Теперь на мост вот туда и только зайти можно. Если бы он спрыгнул, ты бы успел бы резнуть. Он бы не успел бы никуда уйти. Он просто убежал, блядь. Ну как вы просто, я не знаю. Мне трудно сказать, кто лучше здесь, Борисович, либо годный Бобр. Но очень интересные игроки, в принципе. Тактика у них интересная. Опа, опа. Вон он, пришел уже. Да, со стороны машины, я не знаю, как тебя пометить. Вот тут. Он не увидел его просто со стороны машин. Чувак где-то ждал явно. Вон он. Чего ты текаешь? Так, тебе можно было стрелять в него. Господи, боже мой. Еще дальше, беги на край карты, короче. Жесть, просто жесть. Я, честно говоря, думал, Борисович тут. А зачем тебе стимулятор? Типа под стимулятором ты быстрее. Здесь мост никогда не закончится. Я вообще в шоке. Это просто катка, я не знаю, она на YouTube пойдет. Ты мог стрелять по нему уже. Или у тебя патронов нету? Че ты с пистолетом лазишь? Я не могу понять, типа. Либо киберспортсменов изображает, либо что, с пистолетом быстрее бегать. Ты зачем сейчас бегаешь? У тебя нет патронов на оружие, может. Ты стрелять не можешь. Я не могу понять просто, что происходит. Возможно, у чувака нет патронов на АР-ку. Вот, включи АР-ку, пожалуйста. Я бы посмотрел бы, есть патроны или нет. То он работать по этому ЧВК мог просто-запросто. Просто-запросто. Он именно там пасет на мосту, вот где-то пасет, но... Заряд С4 залутал. Оглушающую, хорошо. Оглушающую я бы на твоем месте оставил. Ты бы ее просто кинул бы и запушил бы его. Все, он один. Он будет резать сейчас своего друга. И они свалят оттуда. Вот мне кажется, эти и Борисович, да, и тот ЧВК, с которым вот Борисович пытается повоевать, они друг друга стоят. Почему стоят? Почему именно они? Они пытаются своего резнуть и пытаются посидеть. И, ну, это глупо. Там чуваки вообще не серьезные. Просто я второго не видел, я видел одного. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. А если бы я увидел второго, я бы двоих забрал бы. Он пытается выселить, что происходит. Что происходит? Я не пойму, что тебе нужно. Я просто не пойму. Может, чувак на YouTube хочет попасть, типа. Ультра-1, это главное. А это нахера тебе сейчас? А, типа ждать здесь? Да нет, это гонево какое-то. Это просто гонево. Иди резни, бля. Зачем тебе эта херня сейчас? Я просто не пойму. Он бегает с пистолетом. У него 210 патронов. Я извиняюсь. Я думал, патронов нету просто. Я думал, нету просто патронов. Это просто офигеть. Это просто офигеть. Это просто офигеть. Чувак, да тебе эта пушка, я не знаю, она не нужна. Годный Бобр, кстати, не выходит, да? И я тоже не выйду пока. Но они друг друга стоят. Ну вот, у тебя не захватилось еще, а боты пришли.
смотри, сейчас ты будешь с ботами воевать, и придет тот ЧВК просто тебя. Ну, одно хп. Так, ракет ты добыл. Дальше чё? Я не знаю, что он делает. У него все шансы были просто пострелять. Даже, может, стрелять не умеет. Но вроде умеет. Смотри, на крышу ко мне пришел. Опять пистолет взял. Чё ты делаешь, блин, да? Иди ресни, короче. Ну тебе нахер, просто. Это офигеть. Там давно уже тот сидел, ушел, тот сидел, просто... У меня нет слов. Вот, может, сидел придет сюда сейчас. Хотя сидел там в сыкло такое тоже. Как и тот второй тиммейт. Сейчас они... Это главный. Ящик противника в захвате. Они разрезаются, он ящики делает, короче, он... Хер ложил, он главный не хочет... Главное, 3-1, есть попадание. Борт сбит. Отключаю груз на тактической карте. Да. Да, он не хочет просто, я не знаю, откиснуть, но... Ему, скорее всего, придется откиснуть. Потому что он сейчас соло против троек будет, но... Я смотрю, тут лобби такое какое-то попалось. И рандомы такие попались. Как говорится, СНГ. Кто-то писал СНГ классные. Кто-то писал СНГ офигенные. А вот как по мне, бывают разные люди. И СНГ бывает хорошие, и не СНГ бывает хорошие. То есть разные. Я не понимаю, что он делает. Он хер забил, да? Годный бобр лежит, ждет там, бля. Он сейчас пытается выехать на мост снова, да? И резнуть нас. Так, а он, смотри, даже этого ЧВК, это годный бобр? Это годный бобр. Он своего резнул, тут еще один лежал, которого я убил. Соответственно, резнул и просто свалил отсюда. А этот просто подождал пол игры, чтоб тот ушел. Один остался. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Ультра-1 это главный. Ящик противника в захвате. Пускаем ракету. Неужели нельзя было застрелить его? Как ты не сочтёшься? Главный Ультра-1 есть попадание. Борт сбит. Это моя граната была. Тактической карте. Да, патронов у меня, конечно. Вот ящик твой падает, кстати. Ящик падает. Здесь ближе. Куда едем мы? А, сюда, на этот ящик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Блин, я, пожалуй, выйду. У меня патронов нет. Могу вот этого убить. Вот того могу убить. Противников в захвате. Пускаем ракету. В районе работает наш беспилотник. Так, беспилотник запустили, и я не вижу игроков тут даже. Ладно, пойду патроны поищу. Может, здесь есть где-то. Хотя вряд ли. Надо у ботов посмотреть. Ультра-1, мы потеряли контроль над ЧВК. Небо все еще открыто. Это дробаш был. Так, вот еще. Семтикс!
Хирентикс. Все равно мало патронов. Что-то не вылетает. Это кто кинул? Мы на выход решили, да? А можно броню одеть? Спасибо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь по-любому. Авиация союзников наносит удар. Здесь по-любому вот уже вызвали. Так, они вдвоем здесь. Где вы, ёб твою налево? Потом отметим твое воскрешение. Ой, хорошо хоть сюда заползали. Спасибо, боец. Спокойно, сейчас приведем тебя в норму. Сделаем реанимацию тебя. Пойдемте на последний круг, ну его нафиг. У нас уже здесь выход. Я не знаю, нахера вы сюда на выход ехали? Так, патроны. Самое главное, это патроны. Давай, годный бобр, покатай меня. О! Давай. Это кто там? Это боты, да? Ого! Да там целая армия! Оглушающая пошла! Нихера себе там армия! Один, мы ждем еще минуту! Да так, ладно, я... Я попытаюсь проконтролировать вот здесь. Один из патронов осталось. И здесь 31, но 31 лучше. Годный бобр! Залезь! Так, патрончики я забрал. Годного бобра закинули. Чё там, ЧВК? Твою. Да нет, там бот. Ой, значит... Ультра-1, это Дина-4, нам приказано покинуть район. Борисович, Борисович и годный бобр очень обрадовались, что покинули здесь все это. Ну, конечно, на мосту я разочарован немного. Добро пожаловать. Итак, начали мы с Zero to Hero. И вот с таким вот оружием. В принципе, оружие неплохое, только что-то броньку я не нашел. Вообще нифига не нашел. Оно с глушителем или как? Вроде не. А звук такой приглушенный немного. Дымовая, так, я не знаю, что у меня за... За квесты. Что у меня за квесты? Я ранен! Блин, да что с управлением постоянно в этой игре случается-то, а? Я, кстати, да... Один, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Не резайся. Я бы резнул тебя. Пиноккио или что там? Пиноккио или как его? Тебя кто стрелять учил? Ой, да, я стреляю хорошо. Единственная проблема только. Обстрелом.
Нифига себе, бот появился. Он исчез, а потом появился там же. Чё за дела? Дробовик не нужен. Здесь квест какой-то могут делать. Может, у ребят ключ есть какой-то, не знаю. Опа! Дробаша меня, понял. Я... А, ты залез? Да стрельни ты по нему. Что-то я не увидел. Жить будешь. Бот исчез опять или в лестницу провалился? Не, этот может провалиться. А прошлый бот просто исчез, а потом появился на том месте. Ладно, они на облаках там, я все это понимаю, конечно. Иди, да ладно. Я не пойму, а куда бот пропал-то? Ключ от какой-то, от караулки какой-то. Непонятно. Там снайпер. У меня нет снайперской винтовки. У кого есть, ребят? Понятно. Кто-то увидел, я не знаю, я пометил. У кого-то ж было снайпа. Нет? Блин, Пинта, может, у тебя было снайпа? Не, у него что-то на спине тоже непонятно. Ультра-1, это главный. Оцепляйте периметр. Мы принимаем сигнал. Я что хочу сделать? Рост активности в вашем районе. Я хочу здесь засесть. Вон челики, я мечу. Может, они пойдут сюда просто. Пойдут Плонта и Азарер. Аза или как его там? У них есть снайпа. И я попалился. Так, чё, как их крутить-то? Меточку может дать им. Чтобы они знали, куда стрелять. Опа, да. Мне придется оплыть как-то. Вышка БПЛАш по-прежнему на крыше, я так думаю. Так, я понял, что я здесь не просто так. Чё, броню не вставил только? Ну, они ушли, наверное, отступили. Я одному броню снес. Посмотри, как лагает. Посмотри, как лагает. Ёб твою налево, а? Посмотри, в это можно играть? Вы можете игру исправить? Как лагает-то, а? Чего залагало, непонятно. Просто непонятно. Посмотри. В это можно играть так? Я не знаю, может, с интернетом что-то не то. Но нет, с интернетом все нормально. Вот что это? Что это за рассинхроны такие в игре-то, ёпта? Как мне играть по-вашему? Отпустило. Где эта штука пищит?
сверху, не сверху она. О. Ультра-1, в районе замечена группа противника с особо ценным трофеем. Приказываю его вернуть. Цель отмечена на тактической карте. Они на вышке. Да, насколько я вижу, они на вышке. Ребята, вам не... А нет, не на вышке. Отвалите боты от меня, пожалуйста. Где они? Они убегают. Они убегают. У нас нет машины, но надо с аэропорта уходить. Здесь они все пролутали. Сладенькие, конечно, там ребятки. Они сваливают. Нам бы машину по большому счету какую-то взять. Какую-то взять машину. Но мои застряли там с ботами, поэтому... Поэтому план, наверное, этот отменяется. План отменяется, они здесь подсвечивают. Возможно, у меня квест такой есть, подсвечивать. Но, по-моему, подсвечивать не с такой БПЛА надо. Вот кто-то побежал, кто-то здесь стоит. Что здесь делать? Ни брони, ни хера нет. Что-то с ботов перестала выпадать броня. Короче, эти сыкливые немножко ребята, я имею в виду вот эти, они видели в аэропорту, они могли закрывать, потому что нам-то надо было бежать к ним. Я пытался обойти, они заюзали бэпку и быстро-быстро свалили, короче, это жесть. Это жесть, я не знаю, что они здесь, если в Таркове еще, да, ты потеряешь что-то. Кстати, здесь тоже есть бэпка. Предлагаю рискнуть заюзать ее. Как до нее добраться? Лестницы я не вижу. Ух ты, блин, а. Боты вонючие, отстаньте от меня. Так, что мы глянем? Здесь ЧВК вообще нет. Ультра-1 это главный. Выполнение контракта невозможно. Его цель уничтожена кем-то другим. Я думаю, что отсюда надо сваливать. Это очень плохой район, он мне очень не нравится. Меня зацепили! Вообще априори не нравится. Пропуск цитадели, кстати, перестали ключи что-то выпадать. Это мне тоже не нравится, ладно. Плашечки никто не собирает, кроме меня, из рандома убей, я имею в виду. Никому не нужны. Саморезы тоже, ну такие, они не выживают. Вот как прошлое, я с одним играл. Давай поделимся саморезиком. Они, у них нет выживаемости. Они делают то вот просто вот. Саморез пометил тебя, не? Ему не надо. Ладно, заберем, запасной будет. Раз не надо. Ну, никому не надо, понимаешь? Я помечаю. Поехали отсюда на поезде. Ой, да ты чё, ладно, он не пролутан еще даже. Ёб твою. Да давай место ключа, пожалуйста, какого-нибудь. Офигеть.
поезд даже не пролутали. Я не знаю, что с рандомами. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Но на поезде надо быть аккуратней. Можно провалиться. И вот ящики открываются именно так. Посмотри, да? По-конченному. По-конченному. Просто по-конченному. Но здесь что-то и ничего и нету. Рюкзак есть средний только и на две пластины максимум. Чё, спрыгнули, все? Все пролутали. Я думал, на поезде, если честно, поедем до выхода. Я не знаю, что вы здесь вышки эти пометили. Чё вы с ботами сражаетесь? Да? Зачем вам это? Это что такое? Синий пропуск. Я его очень-очень искал. Так, ключ ГЭС какой-то есть. Но мы никуда, наверное, не пойдем. Они хотят к магазину. К магазину добраться, что ли, с боем хотят. Главный ультра-1. Противник. А я же говорю, пропуск 21. Ваша позиция раскрыта. Так, не понял, на нас охоту объявили. Продержитесь оставшееся время. Ну, давай с этими держаться. Мне то не страшно, но... Мне надо смотреть за ними. Получается, чтобы их не убили. Понимаешь? Мне надо за ними присматривать. Вот за этими, видишь, они просто вот... Ты играешь, да, ты пришел, просто стреляешь ботов. Все. Это твоя цель. Это твоя цель Call of Duty Warzone. Просто стрелять ботов. Все. Работает БПЛА союзника. Так а зачем ты БПЛА? Они далеко еще. Я, допустим, вижу, что они очень далеко. На магазине сейчас боты будут. Ультра-1, к вам идут враждебные исполнители. Готовьтесь к контакту. Во, приближаются. И, бля. Ну, полагай, давай, скинь меня. Давай, скинь. И приближаются вот отсюда. Я не знаю, им сказать или нет, что у нас вражеские ЧВК. Я ранен! Или не стоит? Как вы думаете? Им, по-моему, похер рандомом эти. Бля, здесь боты, вот нахера. Активность в вашем районе растет. А тот тому похер, короче. Я не могу с ними играть просто. Это просто поснимать, да? Как играют рандомы. Второму похер, вот. Финта Тутова, это наш, короче, который... Этот ботов стреляет, смотри. Как его? Аза, блин, да. Финто Пелто уже все, до свидос. Просто ботов стреляет. Вот скажи, есть вот сзади его отряд ЧВК, да? Если бы у меня было две ПЛАшечки, сейчас бы я разобрал бы просто вот этого типа, который стоял там, прятался. Противника эвакуировали оружейный ящик. Я не знаю, ты понимаешь, что здесь враг? Ты вот понимаешь, вот как тебе сказать? А, вот его бот убил вообще. Он не понимает. Он не понимает, смотри. Ему тоже такая табличка светится, как и мне. Он просто не понимает. Не надо мне там, да, говорить, что вот рандомы, они что же рандомы, они тоже нормальные. Да, вот из 10, возможно, один понимает вообще, что здесь делать и как играть. Посмотрите ролики, да, придите-ка на канал, посмотрите, как они играют. Сделайте выводы, для этого я сделал вот этот вот ролик. Как бы для того, чтобы ты сделал вывод, как играть, да, потому что, смотри, эти
Рандомы, да, они играли сейчас вот как боты. Как боты, просто как боты. Если желтый пошел куда-то кушать, и я без брони побежал саппортить ему. Хотя, если бы было хотя бы две плашечки, да, этого стер бы я ЧВК. Он совсем, совсем слабенький. Тоже, видать, какой-то из таких вот полуботов, который стоит за углом, прячется, там думает, что его не видно. Но если бы синий подсаппортил бы, если бы он понял, что к нам едут ЧВК, посмотрел бы на экран, открыл бы глаза на мои метки, да, я думаю, нормально было бы. То есть вот этот ролик как раз для того, чтобы вы сделали вывод для себя. Вывод так, как надо играть, а не просто приходить и просто жать одну клавишу на мышке и вообще ничего не видеть, ничего не слышать. Но, к сожалению, таких игроков очень-очень-очень-очень много. И они еще хотят в зону 21 попасть, знаешь, подлутаться там и туда-сюда. И побегать с пистолетом, типа киберспортсмен на скорости, знаешь, так вот. Прямо, хотя не это надо делать было. Не это нужно делать в данной ситуации. Я понимаю, что тактический бег с пистолетами или с голыми руками, он быстрее, конечно. Но там, если есть преимущество, то лучше стрелять, конечно. Конечно, стрелять. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.